Добрый день, командир патрульной постовой службы, старший отряд Пальцев. Представьтесь, пожалуйста. Порядка 80 заинских нарушителей на сегодняшний день уклоняются от исполнения административного наказания. Проще говоря, не платят штрафы. По линии ГИБДД за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах или распитие спиртных напитков и другие нарушения. Таких не слишком законопослушных или забывчивых граждан, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ждет штраф в двойном размере или арест сроком до 15 суток. Поэтому, значит, гражданам следует своевременно и в добровольном порядке погашать, значит, штрафы, чтобы избежать административного наказания по статье, значит, 20.25. В ближайшее время служба судебных приставов совместно МВД и ГИБДД планируют провести мероприятие под названием «Должник». Ко всем должникам представители закона пожалуют в гости. Напомнить о штрафе и доставить в отдел полиции на ближайшие 2 недели. В зависимости от суммы накопившихся штрафов. Узнать о них можно на сайте госуслуг.